Друзья, всем привет! Ну что, давайте откроем пару коробок и посмотрим, что прислал Алексей из Москвы. Лёш, привет! Огромное тебе спасибо. Посылочку вот эту большую сегодня забрал. Вот, чтобы знали, мужики, вес 21 килограмм, 300 грамм. И вот еще от Алексея еще одна посылочка была чуть раньше. До сих пор не распечатал. Вот лежит, своего часа ждет. Чтобы вы, мужики, понимали, кто это такой, ссылочку на канал Алексея я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите. Заодно и заочно познакомитесь, увидите, что это за человек. Что человек этот делает, чем занимается. В общем, много чего интересного. А я, в общем, начинаю с большой коробки, самой тяжелой, потом с этой. Так, ну и что же в коробке? Та-дамс! Вот такие вот, друзья, вещи интересные. Вот такая вот задняя бабка. Не знаю, конечно, откуда. Станков у меня никогда не было. Кто знает, напишите в комментариях. Центр вращающийся. Это уже хорошо. Патрон вместе с вот этим корпусом. Как он там правильно? Тоже не знаю. Ну, на два шкива. Патрон на 160, я так понял. Трехкулачковый. 66 года. Если блестеть не будет. О. Вот такие вот дела. Ну, здесь побольше диаметр, а сквозное поменьше. В общем, что-нибудь можно замутить, да? Капец, я довольный. Это, мужики, капец. Так, давайте в сторону. И посмотрим, что еще Алексей прислал. Вот здесь. Так, а здесь был завернут, мужики, вот такой вот гидроцилиндр. Не знаю, я еще, конечно, не мерил, но буду куда-нибудь применять себе. Обязательно потом померяю, вылеты, все дела. Вот такой еще подгончик. Привинтил вот к столу на один болт, просто посмотреть, покрутить, что оно в себя представляет, мужики. Ну это капец, это капец. В общем, думаю сделать что-нибудь, какой-нибудь примитивный станочек, двигатель от стиралки поставить, регулятор оборотов есть, можно сделать ему реверс, швеллера у меня есть, такую станинку, ну может что-то зажимать, те же самые трубы чистить, вот не надо их там держать и так далее и тому подобное. Зажал, болгарочку поставил, станок вращает, деталюха зачищается. И то уже дело повеселее пойдет, да? Я так думаю. Ну, мало ли. Ну, вот, как у Сани Лукинского. У него же тоже что-то вот типа вот этого сделано. И тоже двигатель от... Ну, регулируется там обороты. И вот это можно тоже приделать, если заготовка какая-нибудь длинная, запросто. Короче, надо подумать. Ну, начало есть, начало есть. Будем тренироваться. Лет через 12, может быть, у меня и токарный станок появится. Если, конечно, доживу.
Все, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.